сезон летних отпусков ограничение выезда за границу – самая действенная мера взыскания, отмечают судебные приставы. В Ивановской области проживают 14 тысяч человек, которые из-за задолженности не могут покинуть пределы Российской Федерации. 3 тысячи из них должны средства собственным детям. Выезд за границу может быть закрыт для тех, кто должен сумму более 30 тысяч рублей по налогам, административным штрафам и коммунальным платежам. Сумма в 10 тысяч рублей по алиментам также станет препятствием для выезда. Так, например, жительница города Иваново накопила задолженность за коммунальные услуги более 200 тысяч рублей. В отношении нее было возбуждено исполнительное производство. Оплачивать свою задолженность она не желала, вследствие чего в отношении нее было вынесено временное ограничение на выезд за пределы Российской Федерации. Зная об установлении в отношении нее указанной ограничительной меры и понадеявшись на случай, должница все-таки решила покинуть пределы Российской Федерации. В аэропорту ей сказали, что она находится в списках невыездных.